концов? Ну что, подожди, что? Ты всегда прав. Что? Да, я всегда прав, в конце концов. Ну что, ну что такое? Суть. Опять Санкова ругается. Чего ругается-то? Молодые, здоровые, жили бы хорошо. Ничего. Меня просто в конце концов вывод, да? Я ухожу. Ну что, ну что? Совсем молодой еще. Звоните скорее в скорую. И в милицию 02. А где же машина? Уехала. Сволочь, Серега. Да нет, шофер не виноват. Я видел сам, как все это происходило. 103-я. 103-я. На 2-й Петрозаводской улице у дома 16 сбит пешеход. Машина скрылась. Вы ближайший к месту происшествия. Внимание, постов 2, 9 и 11 зон. На 2 Петрозаводской улице совершен наезд. Машина такси скрылась. Данные о ней будут сообщены дополнительно. Обращайте внимание на водителей, которые совершают нарушение или проявляют нервозность. Дежурному следователю и эксперту приготовиться на выезд. Записывайте адрес. Спасибо, а то мне трудно стоять. Хорошо. Давят, давят. Вы знаете, каждый раз до конца дня этому. Или пьяный, или с похмелья. Вы знаете, у нас летом тоже такой случай. Вы вот... Простите, пожалуйста, я переписываю свидетеля. Нет, забудьте, я не отдам его. Ну, если полагается, пишите. Да, пожалуйста, значит, ваша. Жена? Жена. Она была при этом? Нет. Сергей вышел, а я за ним. И тут... Ой, батюшки, кажется, теперь ребятишки-то. И Танечки-то. Танечки-то из школы вернутся. Вот. Проводите ее, а потом я вот попрошу вернуться. Валюшенька. Валюшенька, милый. Ну, пойдем, пойдем, дорогая. Ну, что ж уж теперь... И тебе лени, Валюшенька. Ну, пойдем. Идите домой, домой. Малыш один, не дай бог выбежит. Малыш один, не дай бог. Валюша! Валюша, ну что же ты? Куда отвезете? В Лефортовский.
Что случилось? Задавили. Какой ужас. Насмерть? Товарищи, кто видел, как произошел наезд? Какая машина? Такси «Волга» с красным верхом. Занесло на тротуар. Говорили, самосвал. Сам-то самосвал. Номер запомнили? Нет. Вот, пожалуйста, я запомнила номер машины. МНТ, на конце две двойки. А вот в середине одни говорят 36, другие 86, третий 63. Но я здесь с самого начала переписала всех свидетелей, правда, некоторые ушли. Но я юрист и понимаю, как это важно. Кого шибли? Ну, чё толкаешься? Увезли уже. Пойдем. Товарищи, кто видел, как произошел случай? Товарищ старший, я, он там звонил из автомата, он вот оттуда выскочил. Ну вот, а потом мимо меня проехал молодой такой парень. Увидите, узнаете? Узнаете, вряд ли. Да, вы знаете, мне тоже кажется молодой. С пассажиром? Нет, один. Да, действительно, один. Спасибо большое. Товарищи, сейчас приедет оперативная машина. Всех, кто видел, как произошел наезд, попрошу остаться. Вас в особенности. Хорошо, хорошо. Внимание всех постов и патрульных автомашин. В дополнение к циркуляру о наезде на 2-й Петрозаводской улице сообщается. Горзнак ММТ. Мария-Мария Татьяна. Далее, две первых цифры, предположительно содержат шестерку. Две последние 22. Повторяю, две первых цифры, предположительно содержат шестерку. Две последние 22. Машина старая, кузов серый, верх красный. На передней части машины могут иметься свежие следы удара. Не исключена возможность, что за рулем угонщик или шофер в нетрезвом состоянии. У вас все? Так точно, все. Товарищи, ждем вас всех завтра к 10. Придем обязательно. Конечно, конечно, обязательно придем. А эту машину найдете? Да. А может быть, уже и задержали. Пошли. Да я к этой 2-й Петрозаводской-то и близко не подъезжал. В 1:30 на Казанском взял старушку, отвез на 26 бакинских комиссаров. Такой большой кооперативный дом. Квартиру помните? Ну, конечно, помню. Я ей вещи относил. К дочке на месяц приехал. Пусть едет. Объяснение его проверим. Товарищи! Поезжайте. Иду. Так, пишите. Объяснительная записка в ГАИ. Месяц, число, время. Словом, все, что вы рассказали. Ясно, пусть едет. Ваш вызов принял. Ждите. Помощник дежурного ГАИ. Горзнак. Так. Так. С пассажиром? Помогите пассажиру взять другую автомашину, а 16-22 придется сюда. Шофер нервничает. Машина в многих местах битая. Молодой. Слушаю. Так. А почему обратили на него внимание? А, две двойки. Правда, в середине. И не включил мигалку на повороте. Машину осмотрели спереди? Следов удара? Крови? Ясно. Ясно. Все чисто. Пусть едет. Стараюсь, ребята. Но больно город велик. Что-то лицо мне ваше незнакомо, товарищ капитан. Да, я у вас недавно. Из армии? Нет. По профессии я инженер. На Зиле работал. А сюда? В порядке партийного поручения. Помощник дежурного ГАИ. Горзнак. Так. Так, ясно. 11:22. Пассажир утверждает, что шофер возил его во Внуково и обратно, да там ждал минут 20. По времени вроде не совпадает. Может, пусть запишут данные пассажира и отпустят?
Могу идти? Да, вы свободны. Помощник дежурного ГАИ. Да-да, докладывайте. Ну-ну, ты не балагурь. 38-22. С утра катает какую-то даму по комиссионным магазинам. Замучился совсем. Лучше, говорить, в милицию забирайте. Да. Здрасте. Вельный вид к товарищу Филиппову. Здрасте. Вы оставайтесь, я с ним поговорю. Сюда, пожалуйста. Да ничего я не нарушал, товарищ майор. Я остановился только, чтобы пообедать, понимаете? Тихо, тихо. Мы проверяем большую группу такси со схожими номерами. Так что не волнуйтесь. Не пойму, обокрали кого, что ли? Разыскивается машина, которая в 13:45 сбила человека на 2-й Петрозаводской улице. Насмерть? Насмерть. Да, бывает. Только я не виноват. Я твердо могу доказать, я не виноват, понимаете? Зиночка, доброе утро. Доброе утро. Зинаида Яновна Кибрит. А это Афанасий Николаевич Филиппов, инспектор ГАИ. Очень приятно. Очень приятно. Мы вместе занимаемся вчерашним несчастным случаем. Ну и как продвигаются дела? Нашли машину? Пока нет. Надеемся на твою помощь, Зиночка. Мне дали кусочек краски, отлетевшей из кузова. Несколько крохотных чешуек. Хочешь, чтобы я на них разглядела номер такси? Да, и в идеале фамилию водителя. Боюсь, что ничего не получится. Ну, а мне говорили, что вы в своем деле настоящая волшебница. Вас ввели в заблуждение. Максимум, что я могу дать, это цвет машины. Ну, это мы знаем, этого мало. Вот у Афанасия Николаевича есть идея. Ну, видите ли, Зинаида Яновна, машина была с красным верхом. Значит, она проходила капитальный ремонт. А вот нам надо узнать ее первоначальный цвет до ремонта. На тех отколупочках, которые мы обнаружили на месте происшествия, должен сохраниться первоначальный слой краски. Не уверен. Ну, а я уверен. Если учесть скорость, тормозной путь и силу удара, то по вычислениям должен выбиваться не только поверхностный слой краски. Зиночка, Афанасий Николаевич пришел в ГАИ из инженеров-испытателей, с ЗИЛа. К тому же он, я уж открываю все карты, он классный мотогонщик. В свое время чуть не соперник Кадырова. Да нет, он всегда был сильнее меня. Ну, инженер, испытатель, гонщик. Ну, как тут устоять слабой женщине? Попробую. Но думаю, что вам придется проверить сотни машин. Нет, Зиночка, капитан за ночь объездил все, оцени, все автопарки города. И в результате выудил только 4 «Волги», которые могут находиться под подозрением. Не дурно? Да ничего особенного. Ну, во-первых, у меня был цвет, потом частично номер, и я знал, что машина из капитального ремонта, и что она работала вчера днем. Слушайте, ну тогда все совсем просто. Та из 4, на которой есть свежие следы удар. Ну, вот тут и загвоздка, Зинаида Яновна. Все 4 машины накануне списания. И вмятины, и царапин на них полно. Но ведь полгода пройдет, пока мы будем прилаживать эти отколупочки и гадать, откуда они отвалились. Понятно. А вот если узнать первоначальную окраску. Раньше 2 машины были голубые, 1 серая, 1 черная. Бедная женщина, и все из-за какого-то проклятого лихача. Не говори. Да нет, как сумасшедшие. И все пишут, пишут, никакой управы на них нет. Вы знаете, это просто страшно. У нас тоже был такой случай летом. Так, свидетели все в сборе. Да-да, все пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. Тогда попрошу по одному. Вот вы к майору. Прошу. А вы попрошу ко мне. Куда? Сюда. Пожалуйста, садитесь. Скажите, пожалуйста, его фамилия была Санков? Санков. Угу. Жена Валя? Валя, Валя. А какой номер квартиры, вы не помните? Ну, как не помню, 50. Угу. Знаете, как свидетельница этого ужасного несчастья, я постараюсь чем-нибудь помочь. Мне не совсем ясно, свидетелем чего именно вы сами были? Как чего? Всего?
Вы знаете, я как раз напротив несчастного случая находилась. Я была у дочери, с ребенком сидела. Вы знаете, выхожу, батюшки, скорая помощь, толпа народу. Ну, думаю, насмерть. Вы знаете, когда только просто шибут, людям не так интересно. Но раз толпа, убили. Вы знаете, я еле протолкалась посмотреть. И что вы все-таки видели? Как что? Все? Вы знаете, у нас летом тоже такой случай был. Но вот... при самой аварии вы присутствовали? Если б я знала, я бы раньше выбежала. Вы ну, знаете, все, ли... спасибо. Прочтите и распишитесь вот здесь. Следующий, пожалуйста. Скажите, вы присутствовали при самой аварии или подбежали позже? Да что вы, непосредственно видел. Ну, метров в двухстах. Садитесь, пожалуйста, очень хорошо. А у меня все? Да, вы свободны. Вы допрашиваетесь в качестве свидетеля. По закону должен предупредить вас об ответственности за дачу ложных показаний. Да, ясно, ясно. Для начала анкетные данные. Трохин Дмитрий Андреевич, 45-го года, родился в Москве. Ну, домашний адрес такой же, как у Санкова. Соседи так. были. Только у меня квартира 8. Семейное положение? Холост пока. Ну, рассказывайте. Ну, значит так, я звонил девушке из автомата. Знаете, у нас на углу там автомат. Вдруг слышу, тормоза визжат. Ну, я выскочил и вижу, что машину несет прямо на тротуар и около нашего дома. Вдруг из подъезда какая-то фигура появилась. И прямо в лоб. Надо же так случиться. Ну, машина постояла секунду, ну, может быть, две. Потом слышу, дверь хлопнула. Ну, тут этот подлец выехал на мостовую и на полной скорости мимо меня, за угол. Ну, я, конечно, к потерпевшему бросился. Только на секунду оглянулся, номер запомнить. Подбегаю, а это Серега Саньков. Я прям не знаю даже, что с такими водителями делать надо. Но от чего же все-таки машину занесло? Как вспомнишь, прям душа надрывается. Ведь двое ребятишек осталось. Да уж чего хорошего. Хорошего мало. А вот вышел бы спокойно, может быть, ничего бы и не случилось. Одна секунда все решила. Даже, может быть, доли секунды. Что он выскочил, как ошпаренный? Да ведь вы ведь знаете, молодежь все спешат, спешат. Да-да. Нет, я согласен с вами. Молодежь, она всегда спешит. Собственно говоря, я не был очевидцем. Только с чужих слов. Но в толпе определенно говорили, что кто-то проскочил на перерез машине. Определенно. Говорили. Говорили, будто мужчина. В серой шляпе. Оттого, мол, шофер резко затормозил, и его занесло. А кто именно это говорил? В коридоре есть эти люди? В коридоре? Нет, вы знаете, я боюсь собрать такое потрясение. Но, по-моему, был там кто-то с собакой и пожилой инвалид. Но сегодня я их здесь что-то не вижу. А вы видели, что он гнал? Да все видели, все говорят. Понятно. Скажите, пожалуйста, а вот откуда вышла машина? Вот отсюда, с площади? Или вот отсюда, из-за угла? А что на нее мне смотреть, если она никого не сбила? Резонно. И что все-таки машина выскочила на тротуар? Так это у него надо спрашивать. А я-то откуда знаю? А вернее всего, с пьяных глаз. Ну что ж так. Авария произошла на ваших глазах? К сожалению. Вы знаете, это такси выскочило из-за угла на недозволенной скорости. Вы водите машину? Нет. Ну, вы сказали о превышении скорости. Как это выглядело конкретно? Ну, вообще, скорость была больше, чем позволяло состояние дороги. Недавно моросил дождь, и, вероятно, машина потеряла управление и ее выбросило на тротуар. А где вы находились в тот момент? Ну, как раз напротив. На противоположной стороне. Я только что вышла с обеда и вышла из кафе. Так, а шофер сигналил?
перед наездом. Сейчас, минуточку. Дайте вспомнить. Нет, не уверена. А вот есть показания, что какой-то пешеход вдруг перебежал улицу. Нет, улица была пустая. Ну, называют даже приметы. Мужчина в серой шляпе. Что, его кто-то видел? Ну, нас в данный момент интересует только то, что видели вы сами. А, понимаю. Боитесь оказать давление на свидетелей. Так вот, я стойкая. Нет, никто улицу не перебегал, иначе бы я просто заметила. Ну, хорошо. Продолжайте. Знаете, просто не знаю, как по этому месту ходить буду. Вероятно, все время будет чудиться. Ну, я подоспела к потерпевшему одной из первых. Машина только что уехала, и все были в растерянности. Я послала вызвать скорую помощь и переписала свидетелей. А юридическая закваска – это великое дело. Да, это въедается в кровь. Ну, а когда приехали из Оруды, я передала этот список. А вот говорят, что присутствовал какой-то инвалид и старичок с собакой. Не знаю, там кто-то из наших сослуживцев тоже выходил после обеда, и я их видела в толпе. Вообще, если хотите, я могу их поспрашать и привезти сюда. Будем очень признательны. Поговорите с ними. Хорошо. Распишитесь здесь, пожалуйста. Да, я могу уже идти? Да. Пожалуйста. Всего хорошего. До свидания. Благодарю вас. Давайте следующего. Все. Больше никого нет. Да, для такого происшествия свидетелей маловато. Ничего, разберемся. Через 20 минут придут наши 4 водителя. Может, пойдем перекусим? Алло. А, ты? Угу. Ну, какие между нами счеты? Обещала, значит, сделала. Да. Но это оказалось сложнее. Пришлось посоветоваться в НИИ автотранспорта. Сейчас пишу заключение. Прочту тебе главное. Так, представленные с места происшествия являются отслоениями. Ага, вот. При исследовании слоистости краски во всех образцах обнаружено... Ясно. Ну, Зиночка, нет слов. До ремонта машина была черной. Значит, этот... Каталин. А черт, совсем соложонок. Да, всего 3 дня без инструктора ездил. Сергей Иванович, зайди ко мне в 45-ю, минут через 5. Угу. Все, кроме Каталина, свободны. Отметьте повестки у дежурного. Каталин, прошу вас, зайдите. Я не буду играть с вами в кошки-мышки. Есть серьезные основания считать, что вчера вы сбили человека. Запираться не советую. Ну, если хотите что-нибудь сказать в свое оправдание... Говорите, мы объективно разберемся. Разберетесь. Всегда шофер виноват. Раз задавили, кто виноват? Шофер.
сразу преступник-убийца. Только без истерики, Катанин. Вам легко говорить. Вы хоть я человек. Катанин. Катанин. Что это такое? Левый поворот запрещен. Вот это. Ограничение скорости. Так, а на какой скорости вы совершили наезд? 40 км. Ну, а почему же тогда выскочили на тротуар? Фонарь дорогу перебежал. Какой фонарь? Ага, шутки. Вам шутки. У людей спросите, они вам скажут. Прямо под колеса кинулся идиот какой-то. Я тормознул, асфальт скользкий, меня на тротуар. И главное, никого там не было. И вдруг этот парень неизвестно откуда. Что значит идиот под колеса кинулся? Кто-то перебежал улицу? Я вас спрашиваю, Катанин. Я же говорю, я еду, он шасть. Я тормознул. И куда он делся? О чем я знаю, убег. Убег. Надо было его задержать. А вы сами удрали. Очень красиво. Я что соображал? Век не забуду, как он закричал. Как открыл дверцу, как глянул. Здравствуйте, Юрий Кузьмич. Попрошу взять пробу на остаточный алкоголь. Тогда я его соберу ненадолго. Забирайте. И дайте ему чего-нибудь успокоительное, чтобы с ним можно было работать. По-моему, в данной ситуации просто грех себя вести иначе. Это наш долг, вы понимаете? Это наш человеческий долг перед товарищем. Ну как же вдруг? Нет уж, Марьяна Тимофеевна, меня увольте. Значит так, пускай кто-то выгораживает этого мерзавца, задавил человека на тротуаре, смылся, а другие пускай отвечают. Ну что верно, то верно, Володя. Ну что ты ерепенишься? Ну ведь были мы там с тобой. Были? Были-то ну, были. Ну а чего я видел? Господи, боже мой, зато я видела. Сколько мог, привело в порядок. Показания давать может. А пробу все в норме, вот справка. Спасибо, доктор. Так, начнем сначала. Я следователь Знаменский, товарищ Филиппов, старший инспектор ГАИ. Вы думаете, я совсем... Я все помню, о чем говорили. Вы садитесь. Мы должны допросить вас в качестве подозреваемого. Фамилия? Катанин. Зовут? Ваше имя, отчество, Катанин. Олег Федорович Катанин. Докатался, Катанин. Год рождения? 52-й. Место? Вязьма. Комсомолец? Комсомолец. К уголовной ответственности не привлекались? А? Я спрашиваю, раньше вы не судились, под следствием не состояли? Нет. Жил себе тихо, мирно. Никому ничего. Черт потянул меня в это такси, пропадя на пропаде. Ну как можно ездить, когда под колеса кидаются? Если бы я не тормознул, я бы того сшиб. Тебе бы его объехать постараться, а не тормозить. Судя по всему, скорость у тебя была около 50. Асфальт скользкий. Езди да оглядывайся. Если я по пустой улице буду на 20 тащиться, что я заработаю? Машина старая, резина лысая. Ну, состояние машины эксперты определят. А как он был одет, этот перебежавший? Я не помню, помню одну серую шляпу. Да вы людей спросите, они же все видали. Спрашивали. Никто его толком не видел. То ли был, то ли не был. Как же так? Владимир Иванович, будьте, наконец, мужчиной. Ну, Володя, ну... А где Галя? Ушла минут на 20, сказала, чтобы я здесь вместо нее побыла. Где наш юрист? Сразу кают-компания. Извините, Максим Тарасович, мы тут обсуждали одно общественное мероприятие. Знаю. У людей КВН, а у нас это КДН. Кому делать нечего.
Ты договорился, что мы липа забираем из Берилева? Я никак не дозвонюсь, там занято все. А звон работ не заменит. Ты видел, какой там бульвар отгрохали? Что это там пассажиры? Тебе помидор что-то привез? Максим Тарасович, это яблоньки. Они, правда, молоденькие, но корневая система, она... Ты мне голову-то не морочь. Надо привести людей и показать. Смотрите, мол, раньше здесь был пустырь, а сегодня липы шелестят. Ну и размах у вас, как всегда. А в нашем городе нельзя без размаха. Так что тебе помидор, что ты привез, можешь забрать себе на дачу, а мне липы доставь из Берилева. Там на месте парка жилой мазир строит. Всех деревьев все равно не сохранят. Пусть отдадут. Понял? А вы прямо с утра поедете. О, Максим Тарасович, вы знаете, завтра с утра, с вашего разрешения, Мосин и Рачков должны подъехать со мной в ГАИ. Зачем? Надо. Ну, пойдемте, я вам все раз объясню. Надо. Права на Володя. Права. Надо так надо. Я не понимаю, зачем ты их припутываешь? И так все это неприятно. Знаешь что, давай договоримся, что тебя это не касается. Ну как же не касается, когда это мои сотрудники, Марья. Слушай, ты юридически безграмотен. И не понимаешь, чем это грозит. Водитель Синельников, сменщик заболел. Вы выходите завтра. Водитель Синельников, сменщик заболел. Вы выходите завтра. Ты как, вы говорите, фамилия? Кателин? Каталин. Каталин? Каталин, Каталин. Что-то не помню такого. Да вообще, знаете, я стараюсь не запоминать новичков-то. От чего? Текучка. У других нервы не выдерживает. У иных, понимаешь, машины бьют. Да, но ведь бьются не только с непривычки. Бывает, что тормоза отказывают или еще что-нибудь. Ну, правильно, конечно. Аварии могло бы не быть. Ну, многих в аварии могло бы не быть, если я всех посадил бы на новые машины. А ты возьми вопрос с другой стороны. Он приходит новые машины, да? А у меня есть шофера, работает по 10, по 15, а то и по 25 лет. И все в такси. Кому я должен предоставить новую машину? Новичку, да? Который ездить не умеет. А старички пусть ездят на таких вот гробах, да? Дайте отметь, возврат на ремонт счетчика. Вот он, индикатор-то идет. Полчаса только выехал. И уже обратно. Счетчик не мог проверить на месте. А как я его проверю? Как проверю? Включить пусть щелкает из моего кармана. Две недели работаю. Каждую смену на новом гробе. Ну ладно, ладно, ездить научись. Чего ну, ладно, ездить? Там чайку требуй. По три раза возвращайся. Ну да. То отлетело, то заело. Ну ладно, ладно. Не балагань. У нас серьезный разговор со следователем. Катя, выпиши ему 965. Вот это. Вот, вот тут разобраться надо, товарищ следователь. Видите, как у нас получается. Вы думаете, почему то одну машину, то другую? Это кое-кому в зарплату пол-литровка, а мне четвертинка слез. Ну ладно, ладно, иди, не балагай. Ездить научись. Вот наездить 100 тысяч, тогда пущу к новой машине тебя. Я вижу, вы человек откровенный. Вполне. Я тоже шофер, первого класса. 15 лет на скорой помощи работал. Каждый переулочек, закоулочек знаю. А потом пристали с ножом горлом, давай принимай. Вот принял. Ну а что для меня? Радость большая, что ли, да? Любой таксист получает больше, чем я. Ай, вот напишет, например, виноват, безопасность движения, Фельченко. Снять его. Сняли. А я заплакал, да? Наоборот, рад только буду. По крайней мере, буду на машине домой ездить обедать. Ну, понял вас. Вот так. Общую обстановку вы обрисовали я. Теперь несколько конкретных вопросов. Если в курсе. Каталин делал заявки по ремонту машины, в частности, тормозов. Были они выполнены? Я не в курсе. У меня же общее руководство. А где находятся заявки на ремонт? В 13-й комнате у механиков. Накануне несчастного случая у вас состоялось общее собрание. Был на нем Каталин? Не в курсе.
А там объявление висит. Там написано, ну, явка всех обязательно. Кто-нибудь регистрировал присутствующих? Ну, черт ее знает. А я кто-то регистрировал, конечно. А вот минуточку. Катя! Воронихина, позови-ка сюда! Здесь я! О, вот он, Воронихин! Воронихин! Чего? А ну-ка, иди-ка сюда. Иди-ка сюда. Каталин, как его? Олег. Олег Каталин. Был на профсоюзном собрании последний раз? Раз. Каталин. Каталин, Олег. Вот крестик стоит. А когда закончилось собрание? 22.00. 22.00. К нему все? Да, все, спасибо. Ну, давай, двигай. Дорога от парка до дома занимает у Каталина 1:15. Значит, лег около 12, в 5 уже выехал. Спал 3-3.5 часа. Так я же мне нянька, чтобы в бай-бай укладывать. Вот с того момента, как водитель заметил опасность, до того, как он начал тормозить, проходит какое-то время, пусть доли секунды. А если человек не доспал, у него реакция, естественно, замедленная. Ну, слушай, ну при чем здесь собрание, господи боже. Молодежь! Все равно раньше 12 спать не ляжет. Я не понимаю вашей внутренней позиции. Вы что, вообще против того, что в парк приходит молодежь? Откровенно говоря? Да. Ведь раньше кого в такси брали? Мало того, что имеешь первый класс. Надо еще, чтобы был стаж вождения легковой машины. С автобуса не брали. Но ведь сами парки приглашают ребят на работу. Ну, мало что приглашает. Приглашает. А идти должен тот, кто... в себе на 100% уверен. Город знает хорошо. Выдержку, характер, понимаешь. Вот должен быть еще работать. Да, в чем-то вы правы. А отдел кадров до которого часа? До 5-6, наверное. Мне нужно забрать личное дело Каталина. Я вернусь и запишу ваши показания. Подождите немного. Да. Мой дед извозчиком был. Да. Так о чем? Всю жизнь при лошадях. И ни одного наезда. О, сравнили тоже. То лошадь, а то машина. А что? А я за лошадей. Во-первых, запчастей не требует, а во-вторых, навоза много. Навоза много. Конечно. Диспетчер. Да, пожалуйста. Вас. Нет. Диспетчер, слушай. А, товарищ корреспондент. Здравствуйте. Ну как, будете писать о нас грешных? Будете? Ну, да. Что вас интересует? А, одну минуточку, Катя, запишите. Зависимость выполнения плана от образования. Сравнительная аварийность у односменных и полуторасменных шоферов. Понятно. Кстати, насчет аварийности. Насчет причины, в общем, прочее, да. Тут есть вот для вас материальчик. И очень интересный. Я понимал, как. Первое дело установить приметы машины для розыска. Но вдруг пьяный за рулем, такого натворит. Да ты правильно понимал. Только у нас теперь другая забота. Причина наезда. Понимаешь, водитель показывает, что на проезжую часть выскочил пешеход. Слыхал, говорили. Я не придал особого значения, потому что много разного говорили, ерунды всякой тоже. Жидковато у нас со свидетелями, старшина, и противоречия в показаниях. Да, но я просил не расходиться. Может, не уследил. Но вы учтите обстановку, товарищ майор. Это понятно. Да. Можно? Да, входите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот привела очевидцев. Мы вчера к вам заходили, но никого не застали. Очень кстати. Поделим? Поделим. Вот вы. Попрошу ко мне. Сюда. Я буду в коридоре. Нет, вы еще посидите. Мы потом потолкуем. Прошу вас. Должен вас предупредить об ответственности за дачу ложных показаний. Разумеется. Конечно. Так, ваша фамилия, имя, отчество, занимаемая должность.
Мосин Василий Семенович, 1921 года рождения, город Тула, беспартийный русский. Проживаю, профсоюзный, дом 114, корпус 1, квартира 50. Зав. Отделом конторы благоустройства и озеленения. Женат, трое детей. Совместно в настоящее время проживает теща Анна Григорьевна. Это не нужно. Слушаю вас. Значит так, Володя Рачков, Марьяна Тимофеевна и я. Мы троем после обеда вышли из кафе. Мы всегда ходим туда обедать. Там замечательные блинчики с творогом. Советую вам попробовать. И вот как раз мы собирались перейти улицу на нашу сторону. Где наша контора? А разве там есть переход? Это правильно, я вас понимаю. Нарушение. Но улица довольно тихая. А знаете, после обеда идти до угла. Так вот, только мы собрались переходить, а тут машина. Угу. Она так мчалась, что мы решили переждать. И вдруг... Мы пока не знаем, был тот человек или это версия шофера. Считай, что заметил бы. Оттуда видно. Ну, в общем, я в данный момент задумался о своем. Теща... И что вас вывело из задумчивости? Да как-то все сразу. Гудок, тормоза заскрипели, крики... Значит, машина сигналила перед аварией? Я вас правильно понял? Что? Я говорю, машина сигналила? Кажется, сигналила. Сейчас это звук редкий, так что его ни с чем спутать нельзя. А может, это другая машина? В общем, какая сейчас разница? Понимаете, если кто-то действительно побежал через улицу, то шофер мог ему сигналить. А может, он тому, пострадавшему? Очень маловероятно. Понимаете, машину бросил на тротуар. А Санков выскочил из подъезда почти под колеса. Тут было всего одно мгновение. Ах, вот как это было. Что поделаешь, не видел я этого пешехода. Товарищ майор, разрешите пару слов, без посторонних. Ну и последний вопрос, товарищ Рачков. Как вы объясняете, ну почему шофер затормозил? Ну была какая-то причина? Наверное, какая-то была. Угу. Но вы ее не знаете. Боюсь брать на себя ответственность. Афанасий Николаевич, на минутку. Простите. Послушай-ка, товарищ капитан, эти двое подошли на место уже позже. Ты в этом совершенно уверен? Ну, сам слышал, как спрашивали, что случилось. Будем приглашать даму. Небольшой перерыв, извините. Подождите меня там. Товарищ Волкева. Да? Зайдите, пожалуйста, сюда. Хорошо. Присаживайтесь, пожалуйста. О, знаете, товарищ следователь, я из-за вас от всех дел отбилась. Ах, эти горькие упреки. У меня возникло несколько дополнительных вопросов. Помнится, я вас предупреждал об ответственности за ложные показания? Да, конечно, и ради бога не делайте этого вторично. Вы узнаете старшину? Конечно. Объясните еще раз, как возник этот список? Несколько человек вызвалось быть свидетелями, я их переписал. Но создается впечатление, что список далеко не полный, и в него попали случайные люди. Ну, вероятно, вы и правы. Ну, знаете, как это бывает? Когда на словах, так все готовы. Когда начинаешь записывать, то начинают отнекиваться. Но одни не ручаются, другому некогда. Третий близорук, четвертый проездом в городе. А зачем пришли ваши сотрудники Мосин и Рачков? То есть как это? Зачем? Эти двое... А вот старшина. Вот старшина утверждает, что эти двое подошли после случившегося.
Опять вы правы. Но они сначала наблюдали с другой стороны улицы. Просто не хотели смотреть на мертвого. Ну, впечатлительные. Ну, может быть. Вы знаете, это просто удивительно. Как это вы все заметили в такой карусели? Другой бы голову потерял, а у вас просто исключительная выдержка. Конечно, спасибо за комплимент, но... Да. Мне товарищ Филиппов. Я Филиппов. Я характеристику привез на Каталин. А, из таксомоторного парка? Да. Попрошу сюда. Так, в период учебы иногда проявлял недисциплинированность. В целом, за время работы не проявил себя положительно. А за три самостоятельные смены можно как-то себя проявить? Ну, понятно. Легкомысленно высказывался о месячнике безопасности движения. Что же он так? А что-то вы не больно защищаете парня, да? Не знаю. Ну да, чем больше вы на ваш шофер, тем меньше ответственности парка. Вот я с ним особо не сталкивался. И вообще, по мне, все эти характеристики труха. Чего так? Надо смотреть в корень дела. По мне так. Шип на переходе, отвечай. А если на мостовой, так я и машину не останавливал бы. Кого шибли, тот и виноват. Круто. Зато справедливо. А то нам от этих пешеходов тоже житья нет. Прут под колеса без всякой дисциплины. Бывает, рядом подземный переход, а он чапает поверху. Если надо за все это сажать. Ну, а если на тротуаре шип? Ну, тут уже разговора нет, тут тюрьма. Понятно. Не можно идти? Идите. Нет, не туда, вон туда. А. До свидания. По мне лучше не встречаться. Поживем, увидим. Простите, но как коллега коллеги, я просто не могу не сказать откровенно. Откровенность следователи любят больше всего. Так вот, совершенно ясно, что за наезд на тротуаре должен отвечать шофер. Роль свидетеля ничтожный, факт говорит сам за себя. Но у вас не сходятся какие-то мелочи, и нас вызывают, отрывают от работы. Поэтому никто в свидетели не идет, боятся, что затаскают. А если вы проводите здесь очную ставку? Я не проводил очные ставки. Просто выяснил для себя кое-что. А теперь попрошу подождать вас немного. Только не в коридоре. Я провожу. Какова? А что, если вывести их порознь на место? Пусть покажут, кто где стоял во время наезда. Это сфотографировать. Если нам подсовывают неподлинных свидетелей... Они запутаются, как пить дать. Вот, можете удостовериться. Вы собирались вместе переходить улицу, так? А показали совершенно разные места, кто где стоял в момент аварии. Вы у автомата, вы у кондитерской, а вы у кафе. Шут знает что. Мне даже неудобно говорить, что я думаю. Ни мне, ни капитану вовсе не улыбается вас изобличать. Подумайте сами. Прикиньте, на что идете. Могу я наконец сказать? Скажите. Мы возмущены вашими подозрениями. Когда на ваших глазах давит человека, то вполне понятны волнения, и никто не думает о том, где он стоит. А вы намекаете, что мы лжем. Ради чего, спрашивается? Давайте я подпишу ваши повестки. Думаю, что я догадываюсь, ради чего. Я человек рассеянный. Мне не надо бы в свидетели. Выгораживают кого-то из своих. Да, был кто-то в серой шляпе, а ничего не поделаешь.
Нечем их пронять. Все это так. Свидетелей нам надо бы. Настоящих. Ищу. Зимин Сергей Николаевич. Рад познакомиться. Прошу. Внимательно слежу за вашими выступлениями. Ну, с какая нужда вас привела в наш дом? Нужда у журналиста одна, Вадим Александрович. Поиски материала. На сегодняшний день для меня это проблемы транспорта в современном городе. А в каком аспекте? Аварии. Причины. Причины. Ну и в чем же вы видите эти причины? А что бы вы сказали по этому поводу? Разрешите такое мини-интервью? Слов нас-то. Ну, прежде всего, я бы сказал, многие, кто спешат на машинах в современном городе, быстрее дошли бы пешком. Ну, а серьезно? Серьезно. Вы знаете, я должен быть сейчас в министерстве. Что, если я вам скажу эти 100 слов по дороге? Не возражаете? С удовольствием, Вадим Александрович. Договорились. Прошу. В городе с определенным населением ежегодно погибает в автомобильных катастрофах определенный процент жителей. Вот мы с вами беседуем, а где-то ходят сотни мужчин и женщин, уже обреченных в силу статистики. Это понятно. И все же не люди зависят от статистики, а статистика от людей. Вадим Александрович, это легко сказать. Почему? Почему? Давайте конкретно. Ну, вот начнем с прохожих. По-моему, лозунг «пешехода надо любить» пора заменить лозунгом «пешеход должен любить самого себя». Пока его психология на улице не соответствует реально изменившейся действительности. Вы хотите сказать, что сознание пешехода сильно отстает от уличного бытия? Вот именно. Прохожий просто не учитывает скорость новой «Волги», к примеру, или ее тормозной путь. Видал, что напротив торгуют квасом, и двинул по старинке, через улицу, напрямик. Простите меня, Вадим Александрович. Откровенно говоря, меня занимает другое. Психология сегодняшнего шофера. И случай подсказали очень остро. Представляете, человек задавлен на тротуаре. Можно сказать, на глазах у собственной жены. Я пришла спросить. А почему вы его выгораживаете? Кого его? Этого шофера. Валя, ну кто вам сказал? Ну вы же его признали невиновным. А мне люди сказали, а люди это знают. Локти его в воду мутит. А почему мутит? Она хочет помочь, она же за справедливость. Вот что, дорогие женщины. Давайте-ка поговорим спокойно. Садитесь. Садитесь, Валюша. Прошу вас, садись. Ну вы же сами слышали. Был человек, который перебежал дорогу. Так люди и соврут, недорого возьмут. Ну, бывает. Ну вот на этот раз мне кажется, что не врут. Ну а где он? Перебежал да сбежал. Поди, сыщи. Значит, это шофер, который сдавил человека, он не виноват. Вот и я. А мои дети, они что, виновны, да? Валя, виновны? Валя, неужели вы верите, что мы равнодушны к вашему горю? Я хочу, чтобы это было официально. Вы его посадите или вы его не посадите? Официально пока сказать не могу. Тварь. Валюш, Валюш. Ну вот, вот. Пойдем, пойдем, милая. Пойдем, родная. Пойдем, пойдем. На чем мы прервались? На свидетелях. Ну, если припомните, там напротив два дома. Ну и была мысль, вдруг кто-нибудь в это время смотрел в окно. Ну? Да пока одна единая старушка. Цветы поливала.
Ну, не знает, что она там уж видела, но рассказывает увлекательно. 3 скорых помощи, 5 человек насмерть, шофер в лепешку. Да. Ну, войдите, войдите. Простите, я могу видеть товарища Филиппова или товарища Знаменского? Даже обоих сразу. Простите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня еще раз простите, я... Ничего, ничего. Наверное, я тут не вовремя, да? Но, понимаете, мне необходимо. Мне необходимо, понимаете, тут решается судьба и жизнь человека. Да вы не волнуйтесь. А... Капитана зовут Афанасий Николаевич, меня Павел Павлович. Да, конечно, я Лидия Васильевна Каталина. Я... Вы присаживайтесь. Прошу вас. Спасибо. Спасибо большое. Видите ли, я вот приехала, я... Вы сегодня приехали? Да. Из Вязьмы? Да, 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 я... Видите ли... Ну, ведь то, что произошло с Олегом, это ведь нельзя расценивать и рассматривать как преступление, понимаете? Ой... Я не... Скажите, его будут судить? Следствие пока не окончено. Ну, что я еще могу сказать? Только эту стандартную фразу, которая вас-то не утешит. Да, конечно, я понимаю. Я вас понимаю, вы, конечно, абсолютно правы. Мать, я... Видите ли, я, конечно, пристрастна. Тут, естественно, как любая мать. Но вот я... Видите ли, я хочу, чтобы вы посмотрели, что думают об Олеге люди, которые знают его с детства. От директора школы... От комсомольской организации, от коллектива соседей, от краеведческого музея. Это-то зачем? А видите ли, он там был активистом. Вообще он... Он очень, очень хороший мальчик. Хороший или плохой, а... Человека сбил и уехал. И от этого, к сожалению, никуда не уйдешь. Да. Да, конечно. Вы абсолютно правы. Вы правы, конечно, но... У вас, наверное, тоже есть... Матери, вы... Постарайтесь меня понять. Хотя, конечно, я понимаю, вы меня извините, я... Спасибо вам. Большое вам спасибо, вы меня... Простите, до свидания. Сюда, пожалуйста. Да, слушаю. Есть. Полковник Скопин требует. Слушаю, товарищ полковник. Так. Кто? Вадим Александрович, можно вопрос? А почему я? Так. Ясно, товарищ полковник. Вот история. Хоть бы пораньше предупредил. Мать, ты?
Беда у нас. Вот-вот прибудет журналист. Ну, не знаю, сейчас не в этом дело. Слушай, если я не поспею ко времени, ты его прими. Зимин Сергей Николаевич. Да. Никаких трогательных историй из моего детства. Аленьке скажи, пусть припрячет мои брошюрки по рыболовству. Ну, а ты представь себе фразу. Свободное от ловли преступников время он ловил рыбу. Да. И никаких парадов. Форма обычная и повседневная. Поняла? Все. Да. Павел Павлович, а вы что, рыбной ловлей балуетесь? Да больше в мечтах, Афанасий Николаевич. Работа наша. А я вот с детства мотоциклами и машинами увлекался. А теперь вот с полгода. Да нет, наверное, даже больше. Ни в одних соревнованиях не участвовал. Жалко. А работенка, чтоб ее. А вы представляете себя на другой? Нет. Вот и я тоже. Да, ну, насчет свидетелей. Так вот. Есть у меня две зацепки. Да. Здравствуйте, с удовольствием. Мамаша. Да. Что значит безответственный человек? Ах, уже? Нетерпеливый товарищ. Ну, пусть он пока проверит у Леньки уроки по литературе. Ну, ладно, ладно, не ворчи. Сейчас еду. Так какие две зацепки? Павел Павлович, поезжайте. Неудобно. Завтра. Шут бы его побрал. Так, значит, Павел Павлович у вас за старшего. А вы давно вдовели? 4 года. Грустно, грустно. И кем он был по профессии? Палеоботаник. Это флора до исторических эпох. Да. А вы, простите мне мою назойливость, профессиональное неистребимое любопытство к людям. Да у меня никаких секретов нет. Я врач, психиатр. Так, еще одна неожиданность. Психиатр, ботаник и юрист в одной семье. Целый букет. А кем же будет Леня? Ой, Ленька. Ленька был, есть и будет шалопаем. А вообще-то он увлекается всякой техникой. А Павел Павлович? Павел Павлович. Ну, Павел Павлович расскажет вам все о себе сам, все, что найдет нужно. Добрый вечер. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте, Павел Павлович. Извините, что заставил вас ждать. Ну, что вы, что вы, даже удачно. Мы тут интересно побеседовали. Я проникся духом семьи, кое-что узнал о вас. Нет, Маргарита Николаевна не выдала никаких ваших тайн, хотя я ее допрашивал с пристрастием. И Ленька, надо сказать, держался стойким мужчиной. Ни за что не догадайтесь, о чем мы спорили. Ну, наверное, о разных марках машин или о футболе. Нет, об Онегине и Печоре. Кто бы мог подумать. Минутку, руки помоем. Хорошо. Сначала я учиню вам маленький допрос. Почему выбор пал на меня? Только помните об ответственности за дачу ложных показаний. Есть тема, которой я сейчас увлечен. Вас рекомендовали как человека, который может дать конкретный материал. Потом довольно давно хочу написать портрет человека вашей профессии. Хотелось заполучить молодого, современно мыслящего, обаятельного. Вот так все и сошлось на Павла Павловича Знаменского. Ну, насчет обаятельности вас надули, я нудный тип. А какая тема вас интересует? Происшествие на современном транспорте. Ну, в более широком аспекте. Если хотите, социально-философском.
Мужчины, прошу к столу. Господи, пельмени домашние. Да. 100 лет не ел. Мамин коронный номер. А где Ленька? Паша, оставь его. К нему пришла девочка, они занимаются. А не рано ли ему заниматься с девочками? А ты вспомни, скольких девочек ты их катал на велосипеде, водил в кино? Ну, мне тогда было уже... Ну? Хотя нет, мне тоже было 15. Так рано начали, Павлович? А до сих пор не женаты? Ну, честное слово, никто за меня не идет. Пельмени божественные, Маргарита Николаевна. Ну, так как насчет происшествий на транспорте? Расскажите-ка мне о деле, которое ведется сейчас. Сергей Николаевич, по закону материалы, находящиеся под следствием, секретны. За исключением того, что может сообщить следователю. Ну, следователь предпочитает сначала послушать, о чем будет статья. Представляете, современный город. Напряженный ритм. Усложнение городского быта. Спешка. В этих условиях резко возрастает личная ответственность каждого. Согласны? Согласен. А почему именно дело Каталина? Потому что сейчас во многих отраслях как бы происходит сращение человека с потенциально опасной техникой. Особенно на транспорте. Вот представляете, зеленый парнишка, к тому же нервный, никогда не жил в большом городе. Вот на тебе, потянул его в Москву на заработки. И вот он уже за рулем и гонит. Результат? Машину заносит на тротуар, погибает прекрасный человек. Отец 2 детей. Мы с вами выдадим очерк большой социальной и нравственной силы. Мам, сооруди чайку. Угу. Сергей Николаевич, ну что ж, будем валить все на шофера? Но ведь давно существуют методы определения профессиональной пригодности. Скорее, с автохозяйств можно требовать научного подхода к подбору кадров, а не с зеленых юнцов, которые и себя-то еще не знают. Но существует личная ответственность за сознательный выбор профессии. Безусловная ответственность за то, что и как ты делаешь. Нет, я просто обязан написать о гибели Санкова. Сергей Николаевич, мне очень жаль, но дело Каталина я вам не дам. Почему? Понимаете, для вас важна проблема. Ну, в чем-то вы и правы. Ну, вот ко мне приходит жена погибшего и требует возмездия. А потом приходит мать шофера и клянется, что сын ни в чем не виноват. У каждого своя правда. А у вас? И у меня. Я следователь, и каждое сомнение обязан толковать в пользу подозреваемого. А в деле Каталина очень много сомнений. Вы не обижайтесь. Да ну что ж, я не обижаюсь. Вы не поладили, мужчина? Ну что вы, что вы. Да мать есть немного. Но все равно, Сергей Николаевич, без чая я вас не отпущу. Спасибо, Маргарита Николаевна, но... Право, лучше не сегодня. Честное слово. До свидания. Ну, как он тебе... Да он человек импульсивный, но трудно поддается внушению. Процесс торможения ослаблены. Так, кстати, Паш, а тебе не кажется, что твоя принципиальность иногда переходит в простое препство? Я их органически сочетаю. Да? Ну, ладно. Зови Леньку с девицей, будем пить чай. Извини, золотка. Пейте без меня. Значит, без Томина не обошлось. Дурная привычка. Вечно советоваться с Томиным. Хорошая привычка, Паша. Хорошая. Ой. Ты понимаешь, Пашенька, у меня от своего дела голова так пухнет, что к концу дня шляпа не налазит. Все-таки подумай. Я думаю.
Я все время думаю только о другом. Ну? Сейчас около 11, а подо мной живет чета пенсионеров. Они уже спят, а ты громко топаешь. Они меня каждый раз встречают на лестнице и говорят: дорогой Шурик, вы понимаете, это прекрасно, что вы занимаетесь расследованием преступлений, но когда вы заканчиваете расследование, не могли бы вы одевать мягкие тапочки? Ну, тогда я сяду. Ну, вот лучше садись. Ну? Тебя интересуют свидетели? Да. Где это произошло? Вторая Петрозаводская. Вторая Петрозаводская. На углу универмаг. Да. Правильно. На углу универмаг. Через два дома парикмахерская. Затем дальше во дворе ремонт мебели. Это самая контора по озеленению. На той стороне два красных кирпичных дома. 11-этажная башня. Правильно? Неужели так Москву знаешь? Новые районы, похоже. Слушай, погоди, дальше. Там кафе за этой башней какое-то с птичьим названием. Вот пустырик за заборчиком. И вот за заборчиком какая-то артель вроде. Мелкая галантерея. То ли эти самые кошельки, то ли пуговицы. Вот. Наш инвалид может работать в этой артели. Если повезет. Вот именно, если повезет. Скажи, пожалуйста, Паш, а вы как, идете по порядку, квартал за кварталом? Общественный, ЖЭКи? Ну, а что делать? Ну, правильно. Когда произошло это? 13:45? Угу. Я бы на вашем месте, знаешь, что сделал? Я бы прошелся в окрестностях по мелким учреждениям и предприятиям, у которых перерыв сейчас до двух, а буфета нет. Мысль хоть и сонная. Многие ведь шли с обеда. Ну, догадался? А теперь давай, 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 спать пора. Я спать хочу. Будь здоров. Дверью не хлопай. Я тебе предупреждал, Мосин, никакой волокиты. Опять на тебе в трест отжаловался. Ведь, Максим Тарасович, пока разберешься... Чего разбираться? Сказать «да» – «нет». Зачем тебе нужно, чтобы посетитель пороги обивали? Нисколько не нужно. Иногда мне кажется, Мосин, что у тебя здесь липко. Угу, да. Вот как, а? Стараешься, стараешься, и на тебе. Да, хорошо. Ой, ну стоит ли обижаться, Василий Семенович? Ну, сегодня накричит, завтра забудет, а потом и премию выпишет. Вы же знаете, какой он человек. Да. Угу. Человек, конечно, редкостный. Чего ж там говорить? Thank you.
следователь приехал. Ну что такого, в конце концов? А то, что доиграемся, вот что. Ох, связался я с вами, надо же мне было... Нет, но это уже не разговор. Ну, нет, ну сделал человек легкомысленный поступок, ему что, пропадать? Он же наш, член нашего коллектива, Я не понимал, во что вы меня втягиваете. Думал, чтобы зря его не таскали, можно слегка покривить душой. Ну, что был форменный лжесвидетельство. Можно? Здравствуйте. 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 Марьяна Тимофеевна, мне нужно с вами поговорить наедине. Извините, у меня дела такие. Зачем вы пришли? Просто поговорить. Вы, кажется, тоже заканчивали московский юридический. Да. Значит, мы с вами обучались законностью одних и тех же людей. Ну и что? Марьяна Тимофеевна, вы же должны понимать, что в любом деле, если крепко постараться, доберешься до правды. Зачем вы все это затеяли? А Галя опять нет? Вы ко мне, товарищ? Нет, нет, он совсем по другому делу. Мы сейчас уйдем. Пожалуй, я к вам. Следователь Знаменский. Ясно. Слушаю вас. Я хочу поговорить с вами о странном поведении ваших подчиненных в деле, которое я сейчас веду. Извините, но я сейчас не имею времени для подобных бесед. Категорически? Категорически. Следствие не окончено. Много еще не прояснилось. Будет новое, я сразу сообщу. Да я бы и не пришел, Павел Павлович. Но Соня, жена, прям с ума сходит. А у мамы вчера неотложку вызывали. С машины меня сняли. Двор пока мету. В парке, говорят, сделаем показательный процесс. На твоем, говорят, примере спасем десятки других жизней. Скорее бы уж к какому берегу, хоть к тому, хоть к этому. Пользуйтесь советами уголовного розыска. Свидетели есть. Неужели нашли? И сразу двоих. Своими глазами видели того чертова пешехода. Именно инвалид и девушка. И что могут опознать? Уверены. Но ведь это полдела, Павел Павлович. Теперь надо искать того в серой шляпе. Нет, Афанасий Николаевич, это дело. Дайте мне этих свидетелей, и через 15 минут я вам покажу этого человека. Интересно. Со свидетелями задержки не будет. Пошли. Каталин. Сидеть здесь, возле этого телефона, пока я не позвоню. Опять вы. Ничем не могу быть вам полезным. Уезжаю на совещание. Будет вам. Что за детская игра? Раз я вернулся, значит, ситуация изменилась. Там в приемной сидят два подлинных свидетелей наезда. Они запомнили человека, ставшего виновником аварии. Пригласить их? А зачем? Провести опознание, как полагается, при понятых и прочее. Так позвать?
Или обойдемся без лишнего позора? Я, конечно, признаю, что я свалял дурака. Но, понимаете, у меня был заказан межгородний разговор. От него зависел квартальный план. Большое вам спасибо, товарищи. Вы можете быть свободны. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ Филиппов, старший инспектор ГАИ. Очень приятно. Простите, а что вы собираетесь делать? Записать ваши показания. Фамилию, имя, отчество. Вы знаете, ни разу не был свидетелем. Боюсь, что вам уготована роль обвиняемого. Интересно. Так попрошу фамилию, имя, отчество. Сотников Максим Тарасович. Я, конечно, глубоко сожалею в том, что произошло. Готов признать это официально. Готов, наконец, понести ответственность и наказание по служебной линии. Но это, по-моему, вы перегибаете палку. Речь идет не о покаянии, а об ответственности за преступление. Год рождения. Простите, вы хотите сказать, что я преступник, что ли? Год рождения. 1920. По-моему, вы что-то не вполне понимаете. Вы хотя бы посоветовались с руководством. Я следователь и посоветовался с уголовным кодексом. Так ведь не я же задавил, задавил шофер. Или, по-вашему, он не виноват? Нет. Он ехал на разрешенной скорости. В своем ряду. Никого не обгонял. А затормозил только из-за вас. А может быть, у него тормоза отказали? У нас есть заключение технической экспертизы. Во всем, что касается безопасности движения, машина находится в нормальном эксплуатационном состоянии. А то, что он сбежал? Ну, ведь и вы сбежали. Ну, допустим, мы оба виноваты. Но давайте положим на весы его и меня. Он мальчишка, сопляк, а я... Вы спросите людей. Вам объяснят, что значит Сотников на своем месте. Максим Тарасович, ведь вы живете в советском обществе. Неужели до сих пор не поняли, что закон есть закон для всех? Суд, конечно, учитывает личность, но это не избавляет от ответственности. Место рождения? Москва. Вы знаете, я даже этой вашей статьи не знаю. Правда, мне Марьян что-то говорила, но я вас очень прошу, вы хоть Марьян не трогайте. Она ведь это ради меня, в женской ослепленности. Вопрос о лжесвидетельстве решит суд. А ваши действия подпадают под статью 213 Уголовного кодекса РСФСР. Вы знаете, первый раз слышу, чтобы пешехода судили за аварию. Первый раз. Отстали от жизни. Если вина доказана, судят пешехода. Ну и что же эта ваша статья гласит? До 5 лет лишения свободы. Интересно. Что я задушил кого или ограбил? Я всего-навсего не так перешел улицу. В неположенном месте, что явилось причиной гибели человека. Гибели молодого, полного сил, мужа, отца 2 детей. Вы вот спорите со мной о юридических тонкостях, а совесть-то ваша неужели совсем молчит? Значит, вся вина ложится на меня? Да. Олег, можете идти домой. Успокойте вашу маму. Да, и скажите ей, что истинный виновник происшествия найден. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет,
Значит, с ними нам вести незримый бой, так назначена судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи. Значит, с ними нам вести незримый бой, так назначена судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи.